Чё, как дела, народ? С вами Фрид. Я очень сильно хотел придумать что-нибудь веселенькое для вас. Я прям пиздец как долго думал над этой идеей. Прям пиздец. Я сидел, думал. Долго сидел, думал. Очень долго сидел. Потом вообще лежать стал. Но продолжал думать. Думал и придумал. Идея пришла мне прям в голову. Вот сюда. Да, прям в голову. Очень хорошая идея, которая обязательно понравится тебе. Вот, ну тебе понравится. И заранее хочу сказать, чтобы вы не писали в комментариях: «А может быть ты себя пофотошопишь?» Ну или, например, такое: «Зачем ты их уродуешь? Зачем ты их фотошопишь? Ютуберы ничего тебе не сделали! У них больше подписчиков, убили об стену!» Этим видео я не пытаюсь никого оскорбить, но согласитесь, вам весело смотреть, когда фотошопят ваших кумиров, потому что это выходит забавно и смешно, и это необычно. Так что никого этим видео я оскорбить не хочу. Не хочу! Это видео просто для того, чтобы поднять вам настроение. Так что не подумай там ничего. Хорошо, начнем с Ваньки Рудского. Что ж здесь можно добавить или исправить? Но, думаю, начнем с того, что... Мне понадобится твоя голова. Не спрашивай меня зачем, просто понадобится. Поэтому я ее заберу. Ты не против? Надеюсь, вы не против. Окей, я тогда беру голову Ивангая. Да. Кто мог подумать, что я когда-нибудь буду сидеть и вырезать его голову. И это звучит очень крипово. При съемках этого видео ни один Ивангай не пострадал. Так что все хорошо. Это выглядит очень странно. Но я сделал то, что я хотел сделать. Опа, готово. Ладушки, оладушки, у меня голова Ивангая. И вам непонятно, зачем она мне нужна. Если честно, я еще сам не понимаю, что с ней буду делать. Но мне кажется, будет очень хорошо, если сделать вот так. Вы очень рано подумали не о том. Не о том вы подумали. Не о том. На самом деле, прямо сейчас я пытаюсь сделать Ивангая еще лучше, чем он есть. Теперь он будет качком. Почему бы и нет? Странно это как-то. Странно это как-то. И сейчас надо немножко подкорректировать кое-что. О! Да, это выглядит необычно. Очень необычно. О! О! Если честно, первая работа вообще времени не заняла. Ивангай получился шикарный. Все, здесь больше нечего добавить. Все, можно заканчивать. Пока. Но следующий на очереди у нас топовый летсплейщик, топовый строитель, парень, который знает все о кубах. И вы уже сами знаете, о ком идет речь. Роман Лололошка. Что можно придумать с Лололошкой? Я не знаю, ну вот хоть убейте, ну не знаю. Может его голову заменить на голову Стива? Не? Глупая идея. Ладно, пока я вырезаю ему голову, я думаю, что это придет мне в голову. Я урезаю голову Лололошке. Когда не думал, что до такого дойдет. Ладно, пока я смотрел на Романа очень долго. Зашибись, как долго. Я успел покушать. Так вот, пока я на него смотрел, я подумал, что он еще похож на малыша. Опять ты не о том думаешь. Я имел в виду реального малыша. В смысле ребенка. Младенца. Маленького такого. Окей, берем Романа и вставляем сюда. Опа! Если честно, это выглядит очень круто. Опа! Опа! И знаете что, я вот смотрю на Романа, чего-то не хватает. Какой-то вот атмосферы его, атмосферы не хватает. Вот чувствуется, ну, не Роман. Сейчас я постараюсь это исправить. Вот, про что я и говорил. Теперь все на своих местах. Да. Готово. Это потрясающе. Все, эта работа бесподобна. Ну а напоследок у нас социальные эксперименты, пранки. И не только. Встречаем Рака Макафо. Потрясающе, ребята. И сейчас мы попробуем из них сделать что-то необычное и очень странное. На самом деле, я не знаю, что можно комментировать в момент того, как ты вырезаешь чье-то лицо. И, по-моему, мало кто это может. В смысле, не вырезать лица, а комментировать. Это писец как странно. В моих словах, просто писец как много смысла. Одна голова у нас уже есть. Но, как говорится, две головы лучше. Многие могут посмотреть на меня и сказать: «Парень, тебя очень странное хобби. Ты вырезаешь головы ютуберам, а потом их присобачиваешь».
подкабачиваешь к младенцам и качкам? Может, пора завязывать с наркотиками? Это действительно выглядит очень странно со стороны. Окей, у нас появилась вторая голова. На самом деле, это выглядит как какие-то стикеры ВКонтакте. Вот этот стикер такой, типа, что ты сказал? Это ты мне отправил? Ты серьезно? Сучка. Ну, а это из разряда очень крутой стикер. У меня появилась очень странная идея. Не делай этого, парень, не надо. У меня даже фотошоп сломался. Что за ошибка? И что нам с ней делать? Ладно, я сделаю сегодня 4 гурама. Это тоже звучит очень странно, но это нормально. Не вдавайтесь в подробности. Немножко съехал. Выглядит очень странно, если честно, выглядит. Зачем ты это сделал со мной? На этом все. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно покажи его своему другу. Пожалуйста, покажи другу. А еще обязательно поставь лайк и скажи, чтобы друг поставил лайк, и еще мама поставила лайк, и собака поставила лайк. А также не забудьте оставить свой положительный комментарий снизу. Внизу можно писать комментарий. Сейчас. Ну а также, если ты тут впервые, подпишись на мой канал. Это просто. Просто подпишись. Я жду. Прямо сейчас. И если ты это все сделал, то большое тебе спасибо. Ну а на этом все, с вами был Фриц, всем удачи, всем пока! Если тебе понравился видос, залепи-ка сюда ты лойс, подпишись на мой канал. Это просто взял, нажал, ведь я просто так сказал. Па-да-да, па-да-да, па-па-па.